матча. Наигранная, судя по всему, комбинация. Сброс на дальнюю штангу. И Эрто замыкает ее в одиночестве. 1-0. Удинезе прерывает свою безголевую серию, забивая впервые за три матча. Отличная скидка получилась. Ее автором стал Роберто Перейра, которого не удержал Куадрадо, убежав вперед. И при этом не накрыл Борха Валера. Ну а дальше уже на дальней штанге очень сложно было успеть за рывком Томаса Эрто.